Всем привет, с вами канал Мультипланет, и я Маша Кассетера. И сейчас мы поиграем в игру по мотивам мультфильма «Мой маленький пони». И как всегда в начале скажу, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. И тут у нас выбор играть за Радугу Дэш или Пинки Пай. И давайте мы сейчас поиграем за Пинки Пай, которая бежит по зеленым островочкам и кушает свои любимые пироженки. И по дороге нам надо перепрыгивать разные вещи, которые нам попадаются по пути. А нас может догнать Дискорд, который бежит сзади и приближается, если мы во что-нибудь врезаемся. Нет. Еще пирожков надо, и тогда мы сможем сделать супер ускорение. Нет, он нас поймал. Ну что ж, попробуем еще раз и посмотрим, как будет у нас ускорение выглядеть и как мы сможем убежать подальше от Дискорда и не попасться в его коварные лапы, и чтобы он не исполнил с нами свои коварные замыслы. Для этого мы должны прыгать, аккуратно все перепрыгивать. Оп. И кушать, конечно, пирожки по дороге. Ура, Пинки Пай! У нас как радуга бежит. И нет. Все было так хорошо, я слишком рано прыгнула. Ну, давайте мы еще раз на бис. Дубль 3 пробежимся. Надеюсь, мы сможем добежать до состояния, когда у нас накопится... Мы наедимся пирожками, тортиками настолько, чтобы сделать радугу как у радуги. В смысле, как у радуги Дэш. А пока нам надо есть тортики и перепрыгивать все препятствия. Нет, сзади Дискорд начинает приближаться. Ой, да как же так? Нет. Так, я хочу еще раз увидеть, как Пинки Пай бежит под ускорением Радуги Дэш. Радуга Дэш как будто бы вселяется в нее и помогает ей все препятствия сносить на пути своем. Поэтому нам надо быть поаккуратнее, мне надо быть чуть-чуть поаккуратнее и попытаться. Нет, Дискорд, опять Дискорд, не хочу. Нет. Да как же так? Оп. Ура! Мы оторвались от Дискорда и очень-очень быстро бежим вперед, снося все на своем пути. Радуга Дэш была бы нами довольна, потому что мы все делаем так клево. И у нас закончилось наше ускорение, и мы снова кушаем тортики, чтобы его набрать. А дистанция у нас становится все более тяжелой и тяжелая. Нам по дороге попадаются все больше препятствий. И Дискорд, я думаю, где-то там сзади все больше приближается. Ой, было как-то нечестно ставить ее на самом краешке, когда я не знала, куда я прыгаю. И ой, ну что ж такое? Но Дискорда мы, видимо, оставили очень далеко позади, раз он еще нас не догнал. Ура! Нет! Оп! Ура! Радуга Дэш снова дает нам свое суперское ускорение. И мы мчимся вперед, снося все на своем пути. У нас потрясающе все получается. Ура! Ура! Бежим! Пинки Пай! Ой! Ну мы практически до края карты добежали. Пинки Пай была просто потрясающая в этом видео. Точнее, в этой игре. И хоть Дискорд и поймал, но как далеко мы бежали. Я думаю, ничего страшного он с нами не сделает. И надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. Всем пока, до новых встреч!